рисование с акварельной бумагой. Формат А5, 12 листов, 200 грамм. Состав целлюлоза, предназначен для эскиза, зарисовок акварельными красками. Страна изготовитель – Россия. ООО «Арт-техника» – Санкт-Петербург. Уссурийский пятнистый олень. За студия. Склейка. Ну, конечно же, мы распаковываем наш альбом. Избавляем со всех ненужных нам вещей. Открываем. Склейка. Действительно, бумага очень плотная. Такая. Не совсем шероховатая, но имеет фактуру. Так-то она гладенькая, но она такое ощущение, что больше, чем 200 миллиграмм. Посмотрим, как она себя зарекомендует в работе. Так как она в склейке, я решила пока не применить скотч. Посмотреть, как она себя поведет. Будет ли она загибаться при намокании или нет. Вначале мы нарисуем то, что мы хотим изобразить. Приступаем к рисунку. Значит, я бы хотела изобразить ягоды смородины. Натуральную величину. У нас очень крупная смородина. Без белил. Так как белилами, конечно, можно исправить какие-то свои ошибки, которые вы допустили при работе, но лучше их не использовать в акварели. Ну, конечно, в зимней тематике вам все равно придется их использовать. Можно использовать маскирующие жидкости, которые сохранят вам нетронутые белые участки в вашей работе. Такую маленькую вот открыточку ягодную я решила с вами сегодня нарисовать. Лист у смородины, он имеет такую резную форму. Вот. Очень красивая форма. Природа вообще очень интересные вещи придумывает. Нам только остается удивляться, какое же разнообразие существует в природе. Там еще веточки. Вот. Этот сорт смородины очень сладкий. Один из сладких вообще, который я пробовала в своей жизни. И, конечно же, если смородина у вас молодой куст, ягоды будут у вас крупные. Но за всем нужно ухаживать, чтобы растение не подвергалось каким-то болезням. Чтобы все у вас плодоносило и был большой урожай. Все требует и хорошей земли, и удобрений. Здесь получается веточка идет такая маленькая, которая уже у нас собрана. Не нами, а воробьями, скорее всего. Очень много птиц на нашем участке было в этом году. И они успешно питались на нашем участке. Здесь такую крупную ягодку изображу. И у нее такой вот кустик там.
видно прям какой-то листик. Здесь еще одна ягодка. Ягодки, конечно, можно тут все пересчитать. Можно не все ягодки изображать. Где-то здесь блик довольно большой. Ягодки наши. Я стараюсь не изображать ягоды строго по центру, но чуть-чуть их смещаю либо туда, чтобы наша композиция казалась интересной. Что такое композиция? Вы, наверное, все знаете. Это расположение, в данном случае на листе, тех элементов, которые вы хотите изобразить. Это наши ягоды, веточка и листочки. Наши смородины. Итак, скоро мы уже дорисуем наш рисуночек. Я обожаю рисовать, потому что этот сам процесс очень интересный. Потому что никогда не знаешь, что ты для себя новое откроешь в данной работе. Так, эта веточка у нас пошла дальше. Здесь у нас может быть еще одна ягодка. Правильно. Я стараюсь ластиком не пользоваться. Но иногда, конечно, бывают какие-то неточности, погрешности, которые нам нужно исправить. И только в том случае мы слегка будем что-то убирать. Но я как сказала, этого не люблю. Конечно, если вы работаете другими материалами, когда у вас не виден рисунок, это еще можно сделать. Но когда вы рисуете акварель, акварель прозрачный материал, не кроющий. И, конечно, все ваши погрешности в рисунке будут видны. Так, еще одна ягодка. Сейчас будет смещена. Здесь затесался такой маленький ажурный листочек. Носик ягодки, веточка, которая у нас пойдет вот сюда. Это наша веточка, это наша ягодка. Тут ягодки поменьше. На носик у них вот где-то здесь. Вот еще ягодка. Носик опять-таки же смещенный. Ну и пожалуй, ягоды к нам почти хватит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас 10-ю ягодку добавлю. Ну, остальные будем считать, что съели воробьи. Или другие певчие птички.
Летучих птичек очень много в нашем участке. Это щеглы, зяблики. Еще масса других птиц, которые название я просто сейчас сразу не вспомню. Хотя я очень люблю их рисовать. Они птичек. Вот листик такой красивый насыпали. Там может быть еще один листик. Но он уже так должен не очень вырисовываться. Теперь вот эта веточка нам где-то должна у нас выйти. Допустим, она вот здесь. И превратится в листик. Но тоже такой ярко выраженный листик, потому что это дальний план. Дальний план у нас ясно не очень сильно выражен. Там будет там очень много всяких листочков. Вот рисунок готов. Как я сказала, я попытаюсь не прикреплять лист, а рисовать вот как он есть. Да? Это склейки. Возможно, я буду фиксировать угол, чтобы краска стекала куда мне нужно. И теперь нужно приступать к самому интересному. С чего же мы начнем? Наверное, я начну с фона. И попробую я на этой бумаге рисовать фрагментарно. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Смачиваем определенный участок. И пытаемся найти нам нужный цвет. Иногда зеленые цвета дают нам грязные оттенки. Такие не очень чистые. Я здесь особо не гонюсь за соблюдением нашего рисунка. Мне нужно рисовать просто интересную живую картинку. Здесь можно убрать капли образовавшиеся, да? Но этот цвет очень бледный получится. Давайте попробуем что-нибудь намешать.
боли такой серьезной. Так, это не тот цвет. Вот за рулем как раз очень красиво. Дает себя. Как раз тот цвет зелененький, который мне нравится.